Ну а прямо сейчас, конечно, пообщаемся на тему ближайшего концерта группы «Палац» Олега Хоменко. Наконец-то возвращаются «Калядные сустречи». 15 лет назад, насколько мне известно, прошли впервые. И вот сейчас вновь на сцене. Для тех, кто не слышал... Ну, это не совсем так. А как? Не совсем так. Да, мы робили такие «Калядные сустречи», и это было... Каждый раз это было нечто иншее. Потому что мы сами шукали, в каком формате могут отбываться эти речи. Я вельми удячный. И тому фестивалю «Толкачики», который Юра Ведронок проводит. Добро, дренно, для критики, неважно. «Калядный фест» – вельми могутная з'ява. А мы протягиваем еще раз шукать, как могут святковаться громадством, ці у побытовым осяроде менавіта каляды. Бо ну, християнские традиции мы ведаем, а як это, ну, сапраўды моладзь могла б святковать, калі гэта не згодна там там стародавніх традиций, ці згодна церковных традиций, як это можна было б святковать вось натурально. У тым же самым клубе, бо, ну, форма звычайная. О, музыканты попели, девочки походили, все. Но так, это не тая форма. Это не тая форма. Бо как раз святкование, бытовое святкование целого шерогу традиционных святов у европейцев існуе. Яны ведают, что у этот день они робят там, ці маскируются на того же самого Хэллоуин, ці як это отбывается, коли там День Святого Патрика, яны у клубах идти, у пивнухах там, ці гэтак. Они робят это все, и яны ведают. Ці той же самый Валентин, есть атрибутика, там, вот все это есть. У нас покуль это все нараджается в Беларуси. И тому формы, которые мы пропонуем, и снова уже будем пропоновать 7-го студзеня, гэта формы, якія зноў жа мы гэта шукаем. Ну, спадзяюся, што гэта эксперыменты паўплываюць. Как это будет проходить для вот посетителей? Понятно, что будет и музыкальная часть, может быть, костюмы какие-то вы порекомендуете. Во-первых, у нас есть умоўны дрэс-код. Так. Дрэс-код при уваходе на вечарыну. Конечно, зараз мы не можем жорстко поставить, что только маскированные заходят на мероприемство. Там, ну, я спадзяюся, будут мои поплечники, которые помогут хоть так вот, ну, принять тую, стать подобным на калядовщика у момент увахода в эту залю. Там, конечно, такое невеличкое все ж таки импровизованное шесть мы сделаем. Мы сделаем, конечно, и традиционную такую частку, где будут красовать эти калядные спевы. Але будет звычайно, потому что это звычайный отпочинок. Але там вот и свечки, и козы, и калядная зорка, и механоши, и мядведь, и дивные истоты. Это все будет присутничать. Иншая справа, что, ну, усім гэтым управлять, покуль мы еще не разумеем, як. Потому что самого сценара, того, як это может отбываться в клубе, у вечеры, гэта, як не пиши, то он все равно, ну, на стандарт, мы сами адчуем, як гэта будзе потым. І як гэта будзе потым па ўсё Беларусі. Менавіта гэтым мы можам якраз зацікавіць сяброў, каб да нас прыязджалі, вось, Піцеру, паглядзіце, каляду ў Беларусі святкуюць. А у нас каляду тоже да. Прыйшла квіліда на канун рожества вінаград. І во, песні ёсць, а форма паводзінаў у клубе, калі трэба адкалядаваць. Усі глядзяць, што гэта некі такі музейны этнаграф. А, молодцы, хорошо, что-то там такое поют. Ну, пойте. Хорошо. Ну, это совсем меньше. А вот если человек еще пока не знает, в каком дресс-коде, как соответствовать дресс-коду, что это может быть? Ну вот я вот, например, хочу прийти на калядные сустречи, а вот как мне облачиться, чтобы меня пустили? Ну, это самый простой вариант. У калядных маскіраваннях, у калядным шэсці, удзельнічалі цэлы шэраг персонажаў, якім вы можаце сабе ўявіць. Гэта нават былі салдат, калі ласка, доктар. Вельмі шмат такога было. Цары каралі, як прынцэса хочаш выглядаць, калі ласка. Гэта тое, што ты звычайна ў клуб бы не надзела, але цябе гэта цікава перад люстэркам апрануцца. Касцюм з Хэллоуіна падайдзёт? Чаму не? Чаму не? Таму што, ну, ўсё ж такі трэба памятаць, што гэта момант маскіравання ці пераапранання. Ён якраз адбываецца з 6 на 7, стае прычынай, што 7, потым ён здымаецца, і ты ізноў аднаўляеш тое паняцце, што быў стары запавет. Пришел новый заповед. Бог народился. И это вот момент, вот перепранаться и снова потом вертаться в нормальный стан, и он и выховавший момент.
Але ён такі моманты яшчэ сакральны, аб тым, што ты памятаеш, што былы ёсць традыцыі, што прыходзяць новыя традыцыі. І гэта вось якраз і дае момант таго, што мы маскіруемся, а потым распранаемся. В музыкальном плане, что ожидает нас 7 числа в Ловце? Ну, частку программы будет, конечно, наш новый альбом «Кола грукатала». Частку. Потом, конечно, будет калядный блок. Это с нашей творчести, там 6-7 песен, как раз калядные тематики. Ну, конечно, и на саморожство, и на штадровку, и что на ладохрашча спевались. Это, ну, довольно знакомитые уже песни. И до того, конечно, я просил моих сябров, дзевасілы, а так само вось гуда, каб яны так само падрыхтавалі такую вот адмысловую, ну, такую, каб гэта не выглядало, як урок фольклора, а каб гэта выглядала вот, ну, так натуральна, бо дзяўчаты гэта ўжо могуць. Яны ўжо зараз не музейшчыкі, яны ўжо зараз у трэндзе. Яны ўжо могуць гэта зрабіць. Ну і вот напоследок, прежде чым попрошу, конечно, всех поздравить наших пользователей, вот самые яркие, мне так скажем, черты каляд беларускіх. Вот в чём смак вот этого праздника, о котором некоторые, может быть, позабыли о том, как праздновать, о традициях. Что вот самая яркая отличительная черта беларускіх каляд? Тым, што мы захавалі найбольш, як хто ў свеце, вось гэту самабытнасць. І ўся атрыбутыка каляд, яна захавалася да гэтага часу, а ў большасці краін вакол нас гэта разгубілі. І разгубілі саму існасць, што ішчуць тры каралі. Чаму прыходзяць, а ці ў вашым двары Бог нарадзіўся? Чаму вот гэта калядуць? Што вот гэта шэсце, якое шукала вось тыя экстрасэнсы, зараз бы сказалі, якія ведалі, што нарадзіцца збавіцель, якія шлі і прыходзілі, а ці на вашым дварэ Бог нарадзіўся? А ім, ну, частавалі, хадзіце, шукайце далей. Вось гэта найвялікшая падзея гістарычная, яна не толькі царкой захоўвалася, яна захоўвалася ў грамадстве, народам, у звычайных справах. І гэта засталося ў Беларусі. І тыя цары каралі, і тыя ж калядоўшчыкі, і чаму каза ідзе. Каза ж бачыла, як Бог нарадзіўся, то ж яна і прыбегла да тых пастухоў і сказала, і мекала, і паказывала ім шлях. Во, зорка, а во каза прыбегла да тых пастухоў, калі да іх анёлы прыйшлі. І яна сказала, што во то за мною я пакажу дзе. Угу. Это ж вось гэта нідзе ў свеце не засталося, як толькі ў беларусаў. Гэтым надзвычайна трэба ганарыцца. І очень хацелася бы, чтобы і маладзёж к этому как-то прыстасцілася. Ну, усё гэта з пункту гледжання навукі існуе, з пункту гледжання фалькларыстыкі існуе, а як вярнуць гэта народу? Ну, хай бы ў клубе, прыходзьце. 7 января, напомним, в Ловце состоится калядная встреча. Ну и, конечно, поздравления, Новый год, Рождество, все пожелания, которые у нас так и говорили, с пречистым Рождеством, с пресветлыми калядами, с Новым годом. Это одразу заўсёды так вот и говорили ранее традиционно. И треба, да, и оно пречистое Рождество. А яны прысветлыя каляды. І гаварылі плёну натхнення дабрабыту. То, ну і, канешне, здароўя родным. Ну, канешне, можна ўжо і ад сабе, там ўжо, можа, не традыцыйна, але мне вельмі падабаецца вось гэты падыход не дзенік, любві і што-то ў нас і што-то. Счасце. Счасце, да. А гэта тое ж самае недзе. Плён. Результативность, натхнение, как вдохновение, и добробыт, то, что и гроши дает, и добробыт. Ну, благополучие. Да, ну, як благополучие, как-то тяжко добробыту. Вот гэтая речь, ну, конечно, усім жадаю и с надыходящими святами.